болеть будет еще долго. Давид, хуже, чем есть. Держите ее в чистоте. Анна, я просто не успеваю помочь всем этим людям. Мне нужна помощь. Ваша, кого угодно. Я знаю, кто может вам помочь. Диана, идите со мной. Нужна ваша помощь. Конечно. Что случилось? Доктор Уайт очень загружен. Ему нужна помощь. Я не доктор Коннор. Я видел, как вы ухаживаете за больными. Вы это хорошо умеете. Диана. Говорят, вы врач от Бога. Позаботьтесь об этом юноше. Коннор, не поможете двум господам впереди? Спасибо за помощь, Кэп. Я буду как новенький. Спасибо, Кэп. Так куда лучше, сэр. Спасибо. Словил заряд шрапнели в плечо. Не повезло. Спасибо, Кэп. Кожу содрал канатом. Бывает. Спасибо, Кэп. Вы молодец, Коннор, но Диана меня поразила. Правда? Спасибо, доктор. Я ничему такому не училась. Может и так, но у вас чутье и руки настоящего врача. Я был бы вам благодарен, если бы вы помогали мне почаще. Может, Кэтрин приглядит за малышами пару дней? Если нет, мы найдем кого-то еще. Добрый день, Коннор. Здравствуйте, доктор Уайт. Диана. Как дела, Коннор? Мы с Дианой просматривали инструменты и запасы. В последнее время они у нас постоянно в ходу. Значит, дела пошли на лад? Даже лучше, чем было в Бостоне. Мне не хватало ученика, когда повалил народ. Но теперь Диана со мной. Она лучше его во всех отношениях. И вы довольны, Диана? Никогда не думала, что стану помогать врачу. Но мне это по душе.
Это впечатляет. Здесь должно быть чисто. Однажды, док, и вы кого-нибудь встретите. Она придет в деревню и принесет свет в вашу жизнь. Попомните мои слова. Я такие вещи чувствую. Может, может. О, Конор! Вот они мы, три холостяка, ждущие любовь. Или выпивку, как получится. Выпивку. Док, за вами в очередь вставать будут, ей-богу. Леди любят целителей. Это вот я обречен. Кто же выйдет за столяра, а? Кто? Да никто. Чепуха! Вы привезли в Америку складной стул. Вы пионер? Предприниматель? Женщины любят широкий кругозор. А что насчет вас, Конор? Как же вышло, что у вас нет жены? Из меня выйдет плохой муж. У меня нет времени. Может, позже? Старик. Ахиллес.
чем дело? Ахиллес умер. О, мне так жаль. Он ушел тихо и с достоинством. Что ж, прощание? Да. Приготовьте, что сочтете нужным. Я займусь могилой. Можете собрать людей? Онор, если ты это читаешь, значит, я не сумел проститься с тобой как надо. Не нашел подходящей минуты. Эта земля и ее плоды теперь твои. Я верю, теперь ты понимаешь ценность этого места. Пример того, какой может стать наша страна. Но чем больше и сильнее становится община, тем сложнее будет ее защитить. Надеюсь, это ясно твоим друзьям, отцам новорожденной страны. Твои стойкость, упорство и честность обременили тебя ответственностью куда большей, чем должно иметь человеку. Но именно тебе она по плечу. Ты дал старику надежду, что не все потеряно. Спасибо тебе за это. Прошу тебя, упокой мои кости на холме над водой. Ибо только там я и хотел бы остаться навеки. Я счастлив, что знал тебя. И уверен, ты приведешь эту землю и этих людей к лучшей жизни. Вечно твой брат. Ахи. Молитва и проповедь не нужны в этот день. Ахиллес не был во Христе. Он служил иному Богу, но он веровал в провидение. Ныне он обрел покой, и за это мы можем быть благодарны. Мы оставляем его здесь, на вершине холма, где он прожил достойную жизнь. И здесь он вечно будет с нами. Старик с холма, к которому мы все так привыкли. Все вы его знали, каждому есть что вспомнить. И я прошу вас вернуться сюда когда-нибудь и поделиться воспоминаниями с деревьями и водой. Ахиллес, мы никогда тебя не забудем. Легкой дороги туда, где ты навсегда обретешь покой. Я не подведу тебя, старик. Я так с тобой и не попрощался. Я был не готов. Теперь я здесь. Груз моих обязательств никак не уменьшается. Всегда есть нечто, за что нужно сражаться. Об этом ты никогда не предупреждал. Может, боялся, что это меня испугает. Это не так, но ты же не привык ошибаться. Жизнь продолжается. Люди, похоже, счастливы.
Они в безопасности хотя бы сейчас. Кое-кто из братства задал вопрос, который терзает и меня. Что же будет, если... когда мы выиграем? Остановим тамплиеров? Я не знаю ответа на этот вопрос. А может, и ты тоже. Я скучаю по тебе. И по маме. Надеюсь, ты счастлив, где бы ты ни был. Прощай, старик. Когда-нибудь мы увидимся снова. И, может быть, очень скоро. День добрый, Коннор. Как вы держитесь? Я почту его память позже. Надеюсь, моих дел хватит. Если кто и в силах почтить память такого человека, как Ахиллес, так это вы, Коннор. Как ваша церковь? Это все, о чем я мечтал, и даже больше. Люди здесь трудолюбивы и ценят то, что я делаю. И жертвуют больше, чем богачи. Я знаю, что это не ваш бог, но община сильнее, когда мы собираемся здесь. Вы должны это видеть. Я как-нибудь загляну.